В своем выступлении Андрей Николаевич остановился на нескольких основных вопросах. Он сообщил, что с 4 апреля в администрации будут работать пресс-служба и общественная приемная для обращений жителей Десногорска. Доложил, что с 3 апреля стартовал экологический месячник по уборке города и обратился к трудовым коллективам предприятий с предложением подключиться к нему. Сообщил, что в администрации работает антитеррористическая комиссия и призвал десногорцев быть внимательными и бдительными, сообщать правоохранительные органы обо всех предметах, оставленных без присмотра, а также о гражданах, вызывающих подозрения.